Продолжаем наши капустники театральные. И сейчас на эту сцену выйдут наши друзья, наши братья в музыкальном театре, участники музыкального спектакля «К чему сей фраг?». Друзья, потому что должен же кто-то быть на сцене в свадебном. И должен же кто-то кинуть букет. Потому что в зале наверняка найдутся девушки, которые захотят букет поймать. Так что я вам рекомендую, девушке, построиться вот здесь. Букет будет кидаться, и у вас есть шанс на удачу. Итак, «К чему сей фраг?» Либретто Дмитрия Сухарева по водевилю Антона Павловича Чехова. Музыка Сергея Никитина. На сцене блистательная Ирина Сурина. Неподражаемый Роман Ланкин. Грандиозный Дмитрий Богданов. Концертмейстер, великий и ужасный, Александр Прокопович. Иван Васильевич. Степан Степанович. Не ожидал, батенька. Вот именно сюрприз, мамочка. Голубушка моя, Иван Васильевич, ходите смело. Степан Степанович, я. Степан Степанович, я. Да говорите, что у вас за дело. К чему сей фраг? Голубушка моя, зачем душа моя так чинна? Ведь мы соседи как-никак, соседи как-никак, так в чем причина? Степан Степаныч я, Степан Степаныч я, приехал к вам просить. Не денег ли? Просить приехал, приехал к вам, не дам, приехал к вам, не дам, приехал к вам, один лишний, хоть я ничем не заслужил, помочь мне можете, хоть я ничем не заслужил, но я приехал к вам, не дам. Приехал к вам домой. Да не размазывайте, ангел мой. Что надо, говорите в раз. Сейчас, сейчас. Простите за то, что слова бестолковы, за дерзость простите меня. Но право нам ломовы, вы Чубуков, родней, чем родная родня. Я чувствую сердцем, я знаю, наверно, что семьи так чудно близки. Вот я и приехал просить дерзновенно Натальи Степанны руки. Наталья. Наталья Степанны руки, Наталья Степанны руки. Повторите еще раз на музыка Дуся красивые эти слова. Я так рад, что ушам своим верить боюсь, и кругом пошла голова. Так я на согласие.
счастье Натальи Степанны рассчитывать все же могу. Красавушка, душенька, вы ей желанны, скорее за ней побегу, скорее за ней побегу, а ей не гу-гу. Ох, заждалась моя Наташка женишка, но ведь не принято, что девки сами в бой бросались. Терпи, голубушка, терпи, и вот такой красавец. И сразу все тебе, и фрак, и сердце, и рука. Приду домой, меня жена встречает нежно. Оно, конечно. Оно, конечно. А холостяцкое житье, оно кромешно. Оно, конечно. Оно, конечно. Оно, конечно, я вдовец, увы, вдовец. Но ведь и вдовушки у нас в уезде обитают, и чувства нежные порой к нам, вдовцам, питают. А мы сами, как-никак, небес сердец. Небес! Небес сердец! Пойду позову Наташку. Это не та. Чего забыл? Слабость в теле. Я весь как лист дрожу, но лишь войдет она, я сразу ей скажу. Нужна жена, жена желанна, Наталья Степанна, Наталья Степанна. Мне 35, и вот я здесь, каков уж есть, каков и есть. Покажите честь. Как страшно, как холодно, как страшно холодно.
награда. Надо решиться, и все разрешится, и все разрешится, как надо. Все равно не дождаться любви идеальной, той небесной любви, что в крови загорается с первого взгляда. И пускай не на небе этот брак совершится, но все разрешится, как надо. У Натальи Степановны вкуса немало, и по части учености, образованности тоже немало. И по части фигуры, не сказать, чтобы много, но и немало. И нечего, нечего, нечего ждать. Кого жизнь истрепала, тому, чье здоровье пропало. Без следа, пора, как в одиночестве печальные вечера, что хоть на стену право лезь. И вот я здесь, и вот я здесь. Да я волнуюсь, я мучительно дрожу, но лишь войдет она, я сразу ей скажу, скажу ей сразу. Мне 35, пора. Поверьте, я уже не то, что был вчера. Прошу вас быть моей женою, беду и радость делить со мною. Я без ответа не уйду домой. О, жалкий возраст мой. Наташ, ты где, Наташ? Thank you.
лет берегла, я бы его шелковистые прятки всю бы в пальчики нежно брала. Великан ли супруг, ей путь ли, лишь бы рядышком кто-то живой, я бы его разуталые кудри все вмотала бы на пальчик на свой. Я б и лысому нет не сказала, нужен лысому счастье глоток, я бы на шею повязала. Аврян бурской пуховый платок. Говорят, надо верить в приметы, я в приметы не ставлю ни в грош. Девки пели, как сладкие брюлеты, а по мне так и лысый хорош. Не та невеста, другую давайте. Ну, жених-то нормальный. Пока не жаловались. Будет того. А, нет, деньги, стоп, нет, ну ладно. Парами вставайте, парами, хорошо. Жених, иди сюда. Нормально пара вставила, красивый пара. А ты мой? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Прежде чем мы споем финальный номер этого отделения и финальный номер спектакля, я хотел бы сказать, что Лидия Олеговна Чебоксарова внесла невероятно большой вклад в популяризацию этого произведения. До того, как мы здесь это поставили с Маратом Кимом, мы с Лидией Олеговной и с Дмитрием Антоновичем Сухарем пели это в течение очень многих лет на концертах Дмитрия Сухарева. Маэстро! Как там хотите, а мне народите внучат, маленьких внучат. Как там хотите, а мне угодить, можно пацанов, можно и девчат. Это же счастье, свои чебучат, ручками сучат, ножками сучат. Мигом рожайте, деду Степан, маленьких внучат, маленьких внучат. Внучат. Много ли нужно поле леса? Счастье окнами в сад. Много ли лучше?